Добрый день, коллеги. Меня зовут Машкова Ольга. Я спикер и супервизор Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Работая с студентами, я часто слышала их просьбы о том, чтобы у нас состоялся новый ТЭТИН, где мы будем подробно разбирать анализ, жалобы, проблемы, запрос, цели. И сейчас мы запускаем такой ТЭТИН. На этом ТЭТИНе мы подробно разберем, как собираются жалобы клиента, как правильно сформулировать проблему, как помочь клиенту сформулировать запрос и поставить цели по методу SMART. Мы будем также изучать работу с ценностями и анализ ценности устремления цели. И каждую из этих техник мы отработаем с вами, что очень важно для построения концептуализации, на основе которой мы выстраиваем план терапии. Если мы говорим о концептуализации как о вершине диагностики, то формулирование проблем и постановка целей терапии – это один из таких фундаментов этой диагностики. Я приглашаю всех вас, дорогие коллеги, на наш ТЭТИН и буду ждать вас там.